Здравствуйте, друзья! Я планирую продолжить тему бесед с иммиграционным адвокатом, с Андреем, который, я считаю, очень успешно у нас выступил и так произвел некоторый такой фурор. Очень много было реакций со стороны наших зрителей. И я хочу сказать, для меня это было неожиданным, но очень приятным фактором. Андрей продолжает отвечать на вопросы, которые задаются в комментариях к видео. То есть он не просто поговорил, он тратит свое время, и совершенно бесценное, драгоценное время на то, чтобы отвечать на вопросы. Это просто, ну, как бы выше всяких, ну, похвал и восхищений. Я не ожидал, честно. Мы так даже и не то чтобы договаривались. То есть я упомянул, что, знаете, там комментарии. Он говорит, ну да, я посмотрю. Мы планируем поговорить на тему о бизнес-иммиграции. Потому что так случилось, что, следуя вашим вопросам, которые вдруг оказались все в основном о политическом убежище, и я на самом деле понимаю, почему это темная такая область, о ней мало говорят, и как-то вот так трудно услышать непредвзятого человека, который не морочит никому голову, а просто говорит, как есть, и с точки зрения закона, с точки зрения практики, судов и так далее. Поэтому было много вопросов, но мы договорились, что мы вернемся к этой теме и будем рассуждать немножко об бизнес-иммиграции. Я, честно сказать, не имею вопросов никаких на этот счет с вашей стороны. То есть я, конечно, могу сказать Андрею, вы знаете, что вы много беседуете с людьми на эту тему, и вы знаете, какие вопросы они задают. Может быть, вы сами тогда по этим вопросам. Но это я всегда могу сделать, и это как бы понятно, что мы такой вариант запасной всегда имеем. Но я подумал, что если мы все равно на эту тему будем говорить, и наверняка среди наших зрителей есть какое-то количество, я понимаю, что небольшое, но тем не менее, какое-то количество людей, интересующихся бизнес-иммиграцией, я думаю, ребята, давайте ваши вопросы. И это не должны быть вопросы, которые требуют там часовой или двухчасовой консультации со специалистом. Мы не сможем так. Но какие-то фундаментальные вещи, что возможно, что невозможно, какие критерии, там, какие суммы, какие пути и так далее. Вот. Поэтому я думаю, что для многих из вас это может быть тоже толчком в каком-то направлении. И кроме того, для канала я хотел бы, чтобы у нас на канале и не где-то еще, а вот у нас была такая тематика, и чтобы мы как бы были таким, ну, как сказать, правильным местом, что ли, для людей, которые интересуются и не слухами, и не чем-то. Я хочу тут, может быть, в развитии этого всего. Вы не понимаете, сколько я получил сообщений, вопросов и в личку, и даже в скайпе, и там по разным, по всем каналам вообще, какие так на свете есть. Значит, мне люди пишут, что вот они услышали, вот кто-то там рассказал, как он поехал в Лос-Анджелес, и ссылки мне давали, я пошел посмотреть. Ну, там человек, он блогер, там с Украины, и у него такие политические темы, и у него подписчиков там много, наверное, там 1100. И вот он, и вдруг, что-то он там попал в Лос-Анджелес, и с кем-то он там поговорил, и чего-то ему там такое сказали. И вот то, что ему там сказали, что вот можно по студенческой визе, можно 8 лет учить иностранный язык, в это время нелегально работать. И вот это пошла такая волна, и так сразу много народу захотели приехать учить 8 лет язык там за $300 в месяц, а все остальное время, значит, там нелегально работать и зарабатывать все там волчьи билеты, депортацию. И, значит, вот какой светлый вообще путь и так далее. Я бы хотел, чтобы наш канал был не таким местом, где какие-то сплетни из третьих, из четвертых, из десятых рук, и которые, кроме как, ну, я даже не знаю, смущения и дезориентации, ничего не вызывают. Я хочу, чтобы у нас была солидная информация, и как бы желательно из первых рук. Вот я считаю, что Андрей великолепно справился с этим, и как бы я же не знаю, но вот первый раз человека записываю, я не знаю, как он будет, что будет. И я сам очень доволен тем, что вот у нас такой появился источник информации. Я надеюсь, вы ко мне присоединитесь. Итак,
призыв, значит, наконец мы добрались. Призыв такой: если есть вопросы по бизнес-эмиграции, давайте в комментарии к этому видео, и мы, значит, я их доставлю, там, систематизирую, там, распечатаю и отдам Андрею, чтобы он постарался как можно больше вопросов осветить, когда мы с ним соберемся. Я не обещаю, что это будет прямо завтра или послезавтра, но это где-то в течение там нескольких недель произойдет. Потому что люди все заняты, и работы сейчас много. И у него, и у нас, в общем, хватает. Но мы обязательно соберемся, потому что я считаю, что это дело нужное и дело правильное, соответственно, надо его делать. Счастливо!